Здравствуйте, меня зовут Алексей Сергеев. Я являюсь членом жюри международного конкурса Golden Time Talent. И разрешите мне подвести некоторые итоги нынешнего гран-при. Первое, что меня поразило, это высочайший уровень детских и юношеских работ. И ну, даже оценки, ну их всегда вообще сложно ставить, сложно сравнивать, особенно в области искусства. Но здесь уровень работ очень высокий. И именно да, самая, как сказать, юная категория меня больше всего поразила. Вот смотрю Ульяна Костенко, ее работы с горами. Стернина Ангелина, которую я уже знаю по предыдущим этапам конкурса. Они показали себя очень хорошо. И насчет Ангелины я хочу сказать, что ее первая работа была глубокая, со смыслом. Ну, и сейчас ее работа также отличается глубоким осмыслением и, наверное, содержанием какой-то философии. Далее бы мне хотелось отметить работу некого молодого человека. Еремин Павел, если я не ошибаюсь, Украина. Его работа с отражениями около умывальника, ну замечательно. Техника оригинальное исполнение. Сюжет подобран интересный, как бы эмоциональный, с харизмой. Двигайтесь в том же направлении, ну, и тогда у вас все будет хорошо. И из взрослых, ну, тоже очень много интересного. И кого заметил я, это, конечно же, те люди, кого мы видели на предыдущих этапах. Это Алина Комлина из Нижнего Новгорода, Россия, которая работает в своем стиле, не изменяя себе. И она очень узнаваема в этом отношении. Также для себя открыл Анастасия Брыкалина и Елена Осипова. Анастасия, у нее такая вот замечательная инсталляция. Заметил там комментарии различных заметных людей. Да, очень замечательно, очень высокое чувство стиля, понимание композиции. Замечательная работа. И Елена Осипова, тут что-то такое вот более уютное, но видно, что человек очень-очень-очень много работал над своей техникой, над точностью своей работы. И человек вкладывает душу и старания. Замечательно, замечательно. И также еще бы хотелось отметить художников, ну, совершенно особых, которых я не могу не отметить именно отдельно. Это, если я не ошибаюсь, по фамилии Деревянко Александр, Белоруссия, и его работа, замечательная работа, просто замечательная. Она напоминает работу одного моего товарища, который на меня лично оказал в свое время очень-очень сильное влияние. И также Денис Матвеевский, если я тоже не ошибаюсь в произнесении фамилии. Вот построение композиции, конечно, и тут уже такая академическая подготовленность очень сильная, впечатляет.